Вышла новая серия Скибиди Тойла 69. Партия первая. Она сразу же закидает скример. Мы, естественно, как Росомаха его уничтожаем. И мы видим, на нашем планшере, а точнее на Вантузе, есть шипы. То есть понятно то, что мы Вантузмен. Когда они дерутся с паразитами, тут Спикермен кричит и бросает его на пол. Далее красный камерамен показывает что-то не то. И тут-то показываются головы скибидистов. Сначала они идут, идут и смотрят, что тут не так. Ужасные опыты и эксперименты? Странно. Красный камерамен сразу же открывает нам большую дверь. Баба-бой. Там смотрят три скибиди-черепа на нас. Что же тут не так? Все танцуют и плясают, ра-ля-ля, лю-ля-ля. Ну ладно, это не важно. Мы идем, когда рядом с каким-то заводом. Мы идем сразу же, видим большую дверь. Недолго думая, одного камерамена спиливают. Это новый скибиди-мен. Мы думали, у них геноцид какой-то, но наш Вантузмен его пытается убить, так красный спикермен ему помогает. Он его убивает вместе с красным спикерменом, и мы думаем, то, что он один. Но тут появляется куча таких скибидистов, но потом красный камерамен закрывает дверь. Мы бежим к красному камерамену, все бегут. Но, естественно, появляется скибидист. И еще тут что-то не так. Что это за мафиози был сзади? Тут два спикермена начинают плясать. Думаю, что это нормально. И тут бам! Появляется он, начинает петь свою какую-то песню. И-у, и-у, и-у. И такие они бегут все. Странно, что тут происходит. Непонятно, когда красный камерамен успел все открыть. Два камерамена бегут. Но планжермен может остановиться. В итоге, когда красный спикермен закрывает дверь, наш планжермен, а точнее Вантузмен, толкает его и начинает его бить по лицу. И далее разрушающим ударом бьет по стене. Спикермен понимает свою ошибку и уходит из-за того, что обиделся. И Вантузмен показывает такой жест. И они идут. Что будет дальше, мы потом это узнаем. Ну а теперь разбор. Когда на нас бросается скример, на его лице можно увидеть такой же глаз, как у скибиди ученого, только измененный. Возможно, это скибиди киборг. Но странно, что он такой мощный, когда он белый скибидист. Также можно вот тут заметить какой-то аппарат. И когда мы сбили этого скибидиста, а точнее Вантузмен его ударил, у него что-то не то происходит с лицом. А также у него щупальца железные, такие как у скибиди ученого. И у остальных скибидистов. Судя по помещениям, мы находимся в той самой красной комнате, где это все и начиналось, а точнее продолжалось. Также можно заметить, как этот скибидист пробил руку Вантузмену. Но когда ему становится плевать, он вытаскивает когти, которые как у Росомахи. После того, как он пнул этого скибидиста, можно заметить другого скибидиста, смотрящий нам прям в душу, которого избивает красный спикермен. И непонятно, когда Вантузмен успел так прокачать свой планжер. Ну, а точнее Вантуз. И, кстати, да, скибидисты — это на самом деле люди. Если можно заметить, у него там что-то черное, а точнее черная одежда цитаделистов. Кто не знает, кто такие цитаделисты, это люди из Half-Life 2. Идем дальше. После смерти скибидиста можно заметить ляп. Да-да, именно этот. И да, когда планжермен наносит урон, можно увидеть тут скелета. Это еще одно доказательство на то, что это люди, с которых сдирали абсолютно все. И брали голову в качестве кожи. Заносили в туалет. И давали собственный механизм, отрубая им мозг. Да, скибиди ученый не закончился скибиди паразитами. И да, кстати, паразиты тоже улучшились. Теперь у них вот такие железные щупальца, а также железный язык. Это как у скибиди ученого.
Деталь, которую мы не заметили, это когда Скибиди-паразит пытается поразить красного спикермена, но иммунитет его защищает. И спикермен от злости начинает орать на него. Практически каждый скибидист, именно из оригинальных, это Mail 07. Возможно, это то, на что намеки, что скоро будет битва Mail 07, которая будет за скибидистов, и Mail 09. Потому что Скибиди Тойлет — это не главный сериал канала, а лишь продолжение пути Mail 07 и Mail 09 в поиске других Mail 07. Кстати, что это за ар-пулемет из Half-Life 2 у этого камерамена? И да, у Скибиди-паразита вот такой контроллер, сломав который, он больше не сможет жить. Это что за странная поза камерамена тут? Кстати, мы можем заметить тут, это люди, которым растянули шею, но еще не изменили мозг. Они не понимают, в чем дело. Ведь потому, что так бы не пытали скибидистов, то кого-то огненными путями заставляют стать скибидистом. Кстати, да, тут какое-то лицо гигачада у него из-за огня. А вот этого человека уже превращают в настоящего скибидиста. И да, это, возможно, кислотная станция скибидистов, где они создают скибиди-кислотчиков. И да, когда вот эта панель, да-да, именно это, становится такой, то это означает, ее еще не взломали. Ведь потому что взломанные панели больше не работают. Когда мы бежим, мы видим то, что тут появляется совершенно новый скибидист. Да, этот скибидист все еще знает то, что где-то поблизости будет какой-то ТВ-мен, который вылезет сзади, а потом возьмет, как и гипнотизирует до смерти. Насчет скибидиста, вот он. Встречайте, это Майкл Джексон скибидист. И да, когда все два камерамена бежали, этот красный спикермен поступил подло, не пожалел их и закрыл дверь, отобрав у красного камерамена этот пульт. Это настолько наглый поступок, что даже Вантузмен вытянул руку сказать: «Стоп, не делай это!» Но он все равно это сделал. После уничтожения двух камераменов мы видим такой взгляд Майкла Джексона. После чего мы знаем, как Ланджермен, а точнее Вантузмен, его начинает избивать. Но почему не добивает? Потому что это его союзник. И красный спикермен понимает то, что он реально подло поступил, чтобы защитить всех, он сделал обиду всем. В итоге он, понимая свою вину, молча уходит, не давая сдачи Вантузмену. Ну а на этом конец разбора. Всем удачи, всем пока!